Всем привет, с вами Шмыгов, на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Pilgrims, они же Пилигримы. Это новая игра, посмотрим, как она и что из себя представляет. Адам, добрый! Ставлю один, повышаю, типа, или что он там сказал, да? Галантам! Время картошечки! Я выносим! Галам! Хала! Отвечаю! Пудинг! Пудинг? Чего? Картошечку, он ест картошечку, так. Он без денег остался, священник без денег. На каком языке они говорят? Очень смешно. Они типа с козлом играют, да? С дьяволом, типа. Утащил священника, типа, в подземелье. Это конец. По всей видимости. Так, мы спимс. Так, это сюда делается, ага. Все, отоспались мы. Я так и не понял, как сделать в игре звук потише, потому что там только есть только выключить звук и включить звук. Больше не было никакой рукояти, поэтому если громко, то... Мапа. 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 Мы у дерева, да? А, нет, мы вот здесь, у палатки. Так, пойдем туда. Да, мы можем ходить по карте. Так. Здорово. Он хочет... Так, больше тут ничего нет. Он хочет, типа, картошку или чего-то хочет, в общем. Так, здесь что у нас у костра? У костра... Так, у нас есть кастрюлька. Так. Так, отлично. И сварим желуди, да? Нет, желудя мы не сварим. Так, кастрюльку тогда назад. Так, давай сюда, к реке. Здорово. Перевезешь меня? А что она такая обкуренная? А, она не дает ей поспать. Все, понял. Она не дал... Да все, я понял, не надо больше. Так, а ты... А желудь будешь? Я. Нет, нет, желудь она не будет. Так, а водицу? Водицу мы можем набрать только, да? Здесь, получается. Здесь... Так, хорошо. Ей, может быть, нужно... Так, а где мне картошку собрать? Что там? Что-то там нужно было собрать, да? А если вот так? Так, отлично, это работает. Вода кипит. Желудь, может, сварим? Желудь сварили, так. Нет, не сварили. Блин. Так, ладно. А, во, вот здесь что-то еще есть. Новая локация. Опа, тяпка. Или что это такое? А, картошку надо выкопать, ё-моё. Смотри-ка, ну, в натуре, тяпкой сейчас будем копать картофель. У-ля-ля. Бамбалёни, бамбалини. Собрали, типа, картошку, да? Здесь больше ничего нет, окей. Так, пойдем на костер тогда, сварим картофеля. Так, картофку. Картофочка. И что у нас с картошечкой? Да, отлично, картошка собралась. Так. Идем к этому упырю, упырянскому. А вот туда мы не можем? Здорово, брателло. Да-да-да, принес тебе картошку, смотри. Картошку давай сюда. На тебе, картошку. Фига он жрать таким брюхом, брюхастый такой. Че, все? Так. Дай пушку, пушку дашь? Дай пушку. Пушку дам за бутылочку. За бутылочку. А так, типа, можешь проходить, типа, да? Ага, все. Так.
Так, мы... А, у нас открылась вообще вся карта. Хорошо, давай дальше путешествовать. Эк. Здорово, бабуля. Как делище? Что? Что это? Дай мне. Что ты дай? Дай мне. Дай мне. Монет. Монет пару дашь? Мамепепа. Старенька. Что? Я понял. Желудь будешь? А? Сойдет тебе? Не, не сойдет ей желудь. Так, а ведро, ведерко дашь? Ни хрена нету, отверни. Ей, короче, надо что-то дать, пока непонятно что. Так, а туда можем? Можем. Отлично. О, здорово, брателло. Бутылочку, что, покрепче дашь? Зуб. А, зуб за зуб. Рыбку мне пожать, типа, да, он говорит. Так, монетку мы нашли. Это за монетку, это за рыбку. Пец, подожди. А у нас бабка просила монетку, да? Давай сейчас попробуем монеточку. Опа. Опа, это что за баба-яга? Метлу дай. Слышь, метлу дай. Иди-ка ты нахер. А вот так, если? Смотри, я тебе букет маков принес. Все, опьяни. Втащила бабку немного. Шлеп? Нет. Так, а желудиху? Желудиху буш? No way. Так, ладно, пойдем за бабкой тогда сходим. Возьмем... Так, а мы... Здорово, бабка. На, смотри, что я тебе дам. Будешь такую тему? Опа-на, опа-опа, смотри, аж прям щечки порозовели, такая сразу. Опа-па, опа-па, вообще сделаю все, что хочешь. Давай дружить, типа, да? А, здесь мы можем... А, здесь мы можем еще и героями ходить, типа, да? Так, мы там были, вот тут что, давай посмотрим. Мужик какой-то с кактусом, да? У него есть удочка. О, в принципе, удочка... Здорово, удочку дашь? Он, типа... Рассерженный, типа, да, он? Цветульки будешь нюхать? Цветульки отличные. Будешь? Оп. Нет, да? А монету? Монету будешь? Не, монету тоже не будет. А желудь? Нет, так, я понял. Ладно, так, пойдем, знаешь что, пойдем в трактир сходим опять. Или там трактир? Нет, там бабка старая была, а тут трактир. Значит, за трактир. Да рыбку, я понял. Так, мы вот за монетку хотим бокал пивка. Дай бокал пивка, а? Пивка для рывка. Опа! Опа, музычка сразу веселая началась. Хорошо ему стало. Так, монетку собираем. Так, а куда мы можем пьяным? Подожди, мне нужно где-то рыбу, короче, достать, да, по идее? А, церковь. Что такое? Цветы будешь? Понюхай, успокойся. Дай пройти. Все, можем пройти? Нет? Блин, нет. Че ты там? Че он говорит? Не, типа это... А, я же могу за бабку! О, здорово! Слышь, дай покушать, на покушать, а? На покушать-то дай, ну пожалуйста! Че ты смеешься? Монету дай! Старенька! Большие проблемы у меня, большие проблемы. Дай монетку, а? Забавная игруха. Ну и чё ты, будешь что-нибудь давать, алё? Дай
А, слушай, может быть нужно рассмешить? Пойдем рассмешим этого чувака. Да, я понял. Вот этого чувака можно рассмешить, наверное. Потому что бабка смешит, короче, да? Получается. Так, бабуся. Здорово. Дай, пожалуйста, удочку, но надо очень. Так, а если желудь тебе? Нет, так, а ведерко? Нет совсем ничего. Нет, блин. А, жестоко как. Так, отлично, отлично. А монетку? Смотри, как я умею. У-тя-тя-тя-тя, у-тя-тя-тя-тя. У-тя-тя-тя-тя. О, е, отлично. Йо-хоу, да, повеселил ты меня, бабка старая. Вот, удочку дал быстро, и я ушла. В смысле, я ж тебе монетку дал. А, это я, да, не дал еще, да, окей. Утку дай, ой, утку дай. Удочку, так, удочку, а меч? А за мешок? За мешок он даст только, да? Так, удочку, пойдем половим рыбу тогда. Мы же можем на удочку половить рыбку или нет? Ну, пойдем проверим. А, ну хотя, наверное, нужна какая-то уловка, наверное, да. Ну, пойдем, может быть, тут... Нет, давай только ты. А, нельзя рыбачить здесь, я понял тебя. Так, уходим тогда. Это что такое? Это что такое было? Непонятно. Палатку. Может, с бабкой спать ляжем? А, подожди, может быть... Блин, может быть, накопаем? Нет, копать тут уже нечего. Так. А у мужика пистолет мы можем только за бутылку, а ему нужна рыба. А, вон там, слышь, этот, сейчас, подожди. Вон же озеро, смотри. Пойдем-ка туда, к озеру. Что-то я протупил. Вот же озеро есть. Так. О, рыбку, рыбку. Да, рыбку поймаем. А, червь типа нужен. Так, нужно найти где-то червя. Еще один новый костерский какой-то. О, веревку. И гриб. Веревка и гриб. Больше тут ничего нету, да? Блин, а где же нам червя найти? Нам нужно где-то найти червя. Может быть, там где-нибудь? Опа! Червичао! Червичао, червичао. Че, мы можем это согнуть? Силен, нужен сильный, короче. Нам нужны силы. Так. Нам нужны силы. Червячок. Пойдем поймаем рыбу тогда. Так. И у нас рыба будет. Ее нужно будет, типа, он сказал же, жареная, да? Рыбка ему нужна. А вот так можем? Ну, а вот так. О, все. Совместили, типа, две карточки. Отлично. Ловим рыбусю. Ловись, рыбка большая да маленькая. Давай сюда иди. Опа. Так, рыбуся у нас есть. Рыбуся есть, удочка есть. Значит, удочка нам еще понадобится. Так, на костер, на костерский пойдем его. Сразу рыбку на костер. Да, отлично, работает. Сработало. Так, сейчас мы пожарим быстро рыбку. Так, рыбу мы нашли. Теперь здесь же, да, трактир. Возьмем, значит, рыбу. Ему отдадим. Здорово, брателло. Значит, за рыбку, да-да-да-да-да, за рыбку. За рыбку, держи за рыбку. Хорошо тебя, рыбка-то жареная, у-ля-ля. Щука-то вкусная, а? А куда пошел-то вот это? Ой, хорошо. Хорошо, так, а подожди, давай с бабкой что-нибудь еще сделаем. Пивка, дай, пожалуйста, трубы горят с утра. Да ладно, он дает ей пивка просто так. Нормас, нормас. Опа. Хорошо. Хорошечно мне стало, старый трактирщик. Так, пойдем за пистолетом, там вот какой-то медведь. Наверное, скорее всего, пистолет к медведю, наверное, относится. Хотя я не уверен. Так.
Иди сюда. Да все, все, я понял. Мы же это читали. Так. Где же бутыль? Йо, вот это наваристо! Мочело-то что надо! О, похорошел. Пистолет дай, горю. В смысле? А, желудем заряжать, типа? Ну, на желудь. Охо! Старого охотника рассмешил. Пистолет, горю, дай. Ёптить. Вот это вот, вот это свадьба у нас. Чеченская начинается какая-то, да? С выстрелами. А, у нас новый персонажиус. У нее есть метла, что ли, получается, у бабки или нет? А у кого нам нужно было метлу взять, подожди. А пойдем-ка сюда, к бабке с метлой. Смотри, у нас уже три персо. Да. Дай, слышь, дай метлу. Ах ты скотина старая, а? Я сейчас устрою. Я все-таки красная шапка. Немного постаревшая, конечно. Так. Так, теперь берем эту бабку. Так, подожди. Да, сейчас стой. Блин, нет. А как это сделать? Так, не ори, бабка, не беси. Подожди, а как же это сделать? Там за мешок он... А, мы вот здесь были? Мы здесь вообще, по-моему, не были. А, там священник был. А, давай-ка бабку на священника натравим. Грибочек будешь? Нет, а веревку? Так, нет, подожди. Блин, нет, не знаю, что здесь делать. Так, а туда можем? А, и туда можем. Пойдем к медведю сходим тогда. А вон там что, подожди? А, там нам не открыть, нужен сильный чувак. А, у нас же есть сильный чувак. Ой, червяка онский один. О! Можно войти, пожалуйста, товарищ медведь? Иди-к ты нафиг, а? Так, а если вот он? Ой, он сейчас дачу даст, да? Так, а если с пистолета тебя слышишь? Пройди, дай, говорю. А, еще разок под... А, он ушел. Можем зайти, понял. Не можем. Можем. Кристалл нашли. Отлично. Так, кристаллиус мы нашли. Зачем он только нужен, пока непонятно. Пойдем туда сходим, может быть. Может быть, там что-то нам понадобится. Кристалл вроде никто не просил, да, из этих всех персонажей. И, ну, давай посмотрим, может быть, тут что-то нам... Получится так сделать или нет? На веревке не получится спуститься. Так, а у нас еще есть... Так, пойдем тогда... Не знаю, что с этой дыркой делать. Пойдем вот сюда. Этот же чувак сильный охотник. Может быть, с помощью него можно будет... что-то сделать. Слушай, а вот этого можно забрать, интересно, с собой или нет? О, открыли, да, этим мужичком открыли, отлично.
Так, и заходим теперь сюда. Что там у нас? Опа! Опа! Прилетел дракон и забрал, типа, этот, кристалл, наверное, да? Хочу принцессу твою! Вот так ее прям, сверху хочу ее. Черные дни начались. И... А, вон и этот. Так. Я пойду, короче, зарублю... Зарублю дракона, а ты мне, типа, невесточку свою дашь, да? Ну да-да-да-да-да. Понятное дело. А, я королем даже стану? А, ну и да-да-да. Любовь-морковь. Хорошо. Ой, какая довольная это, довольная. Ты посмотри, какая. Так. А кристалл? Кристалл ему не надо? О, мешок золота, отлично. Так, для того, чтобы зарубить дракона, у нас теперь есть меч, потому что мы идем... Нет, не сюда, вот сюда. Мы идем вот сюда, даем ему. Дартово, брателло, меч дай. Да я понял, понял. Мы же это видели. Дай сюда меч, говорю. Держи. Мечару, мечару дай. Быстро. Хорошо. Хорошечно. Ой, он сказал чао. Так, хорошо. Теперь подожди, что нам? Туда пойдем? Туда что-то мне сыкотно идти, если честно. Потому что... ну, пойдем, зайдем, ладно, к нему. Я не надеюсь, что меня никто не убьет там, да? Слушай, а зачем нам еще дали рыбку? Здорово, брателло! Че ты орешь-то сразу? Ой-ой-ой, не надо! А вот так? Добро! Типа за золото. Принцесса равно мешок золота. Так, а как нам мешок золота достать? Вопросец. Вопросец. Ладно, ребята, посмотрели мы на данную игру. А если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Вы были на канале у Шмыги. Это была игра Пилигримы. Всем счастливы, всем пока.